В общем, я посмотрел в интернете, на форумах насчет этого квеста. Короче, лопата находится в джунглях. Вот сразу как приезжает в джунгли, там будет лопата, и нужно будет потом вернуться сюда этому чуваку отдать. Поэтому ту лопату, которую я нашел, это не та, ее продал, короче. Так что сейчас по основному квесту в город возвращаемся. То есть, блядь, в город, на остров. Вот. О, я ей вещи отдавал. Блин, а я и забыл совсем нафиг. Тут 10 аптечек. Да уж. Так. Сейчас у меня есть лучше винтовка. И та, которую хуже, я ее сейчас продам. Та, которая лучше, я ее нашел. Самая лучшая из тех, которые я находил. Соответственно, худшую я сейчас продам. То есть самая лучшая, у нее урон 286, а у этой 199 вообще. Так что вот этот 199 я продаю. Также револьвер отстойный тоже продаю. Вот так. Возвращаемся обратно. Опа. Так. Садимся в машину. Что за хрень? Как они меня заебали, а? Ой, блин. Так, что у нас там по квестам? А, все, остались только эти. Что, пишут, что почти 500 метров ехать? Сейчас в джунгли поедем, блин. Кстати, по процентам у меня уже 58% прохождения игры. В принципе, остались джунгли и тюрьма. Вот в тюрьме будет прикольно тоже. Я очень хочу до тюрьмы дойти. Там, типа... будут заключенные, которые тебе будут давать задания. Прикольно. Блин, куда мы едем-то? Показывала почти 500 метров, сейчас показывает опять 400 с чем-то. Причем я уже достаточно много проехал. Хотя нет, вот уменьшается. Теперь 200 метров осталось. Блин, не туда поехал. Тут через кусты ехать. Вот так. Вот почти, блядь. Ну и чё, я нажимаю кнопки. Теперь не в ту сторону поехал, блин.
Нажимал кнопки, чтобы развернуться. Ни хрена себе, как-то у меня жизнь отнялась, я же в машине сижу. Что за бред? Вот почти приехали. Так, новый квест получили. Поговорить, ага. This kind of what you brought is a couple more weeks of hope. Sadly, not for everybody. Во. Доберитесь до крыши отеля. Средняя награда 6000. Copus City. Unfortunately, I don't have any good news. We haven't heard from them for two days. Теперь в отель надо, как я и говорил. Когда я в начале прохождения пытался опять к отелю вернуться, найти вход, я говорил, что нужно будет еще туда вернуться. Вот сейчас туда и надо. Так. Отель тут рядом, в принципе-то. Машину, да, можно сесть, но отель рядом. Поэтому пройдем так. Сейчас хоть не покажут, где вход. Который я так и не мог найти. Что-то ведут меня через это. Да, тут вещи еще появились. Блять. Да бей ты ее уже. Во. Еще бежит. Бейте из меня, суки. Суицайдера надо было взорвать. От него, блядь, одна ветошь остается нафиг. И так денег дохуя еще тут. Вон, побежали. Тут я бегал, но вход я не нашел. Да блять, суки, откуда вы беретесь нахуй? Не было никого. Anything good in here? А вот вход, ёпта. Вот здесь. Ну
еще суицайдер. Еще один. Да ёб твою мать! По идее, тут все должны были взорваться, блядь, от этого суисайдера ебучего. Тут я уже, бля, брал все по 100 раз, нафиг. Алкоголь зачем-то взял. Вообще я алкоголь выпью. А. О. Я пьяный. Тут здоровье пополнилось. Ха. А теперь что-то не пополняется ни хрена. Странно. По идее, он должен здоровье пополнять. Сейчас эта пьянка пройдет. Блин. Okay, hard to take a look. А почему у него голос не пьяный? Обычный голос. А? Короче, все, заходим. И мы уже внутри. И мы опять вышли. Да блин. Я думал, надо будет в отеле походить. Так, теперь обратно. Кушайте, кушайте. На меня не отвлекай. Спите, спите, я вас не потревожу. Там зомби лежит, я пробегаю мимо, пытается встать, типа, чтобы меня сожрать. Мы должны в джунгли отправиться. Кувалда. Не знаю, мне она что-то не очень понравилась. Сейчас будет прикол. Блин, я хочу... Короче, ладно, это прикол заключается в том, что то, что... Хотя ладно, я сейчас новую часть начну записывать. Тогда уже поподробнее расскажу, блин, тут прикольно. Ну хотя ладно, хер с ним. Короче, этот чувак, он сейчас скажет фразу, типа, даст мне бомбу и скажет, don't blow your balls off. Типа, смотри, не взорви свои яйца. Вот, в одном прохождении, который я смотрел, там чуваки...
Им эта фраза понравилась, и они с этого момента потом всю игру продолжали эту шутку, эту фразу говорить и всякие шутки придумывать с этой фразой «Don't blow your balls off». Типа «Не взорви, не взорви свои яйца». О, сейчас он скажет. If you're heading for the jungle, then the fastest way is through the tunnel. I've been hearing shit, I gotta say. The most dangerous animals out there are human. And I don't mean the dead ones. Shit, you wanna get into those old war bunkers, you're gonna need something to blow through those armored doors. Let me see what I got. Maybe I can put something together with that Semtex you salvaged from that helicopter. Alan, сначала... Wonder why the hell they were flying говорит, что... in the first place. Let me get to work putting together a... Да. Типа ему нужно какое-то время, чтобы сделать эту херню. Поэтому тут надо просто чисто какое-то время походить, пока он эту хрень сделает. Ну, буквально минутку. А я сейчас форточку закрою, это холодно. Холодильник, блин. На улице сколько там? 5 градусов всего. А, ну все, можно, уже можно возвращаться. Вот сейчас он скажет, don't... Just don't blow your balls off. Во! And don't forget to bring somebody with who knows their way around. Easy to get lost in there. Я громкость позже сделал, вот он сказал, don't blow your balls off. Прикольный чувак, нафиг. Так, ну что, все, теперь надо возвращаться, сейчас в джунгли поедем. Прячу-чу, прячу-чу-чу. My mother said she used to play inside them before. Поехали, поехали. Ого, 3 целых задания. Взорвите вход в старый бункер, доберитесь до тоннеля через бункеры, доберитесь до деревни в джунглях. Вот. Награда сложно. Сложность сложно, награда 6000 опыта. Let's do it. I can lead the way. Бункеры. Что-то я забыл это место прохождения. Это. Бункеры. Что-то никак вспомнить не могу. Я вроде помню то, что из города просто едем в джунгли. А тут она задание про какие-то бункеры. Сейчас походу вспомним. Опять ехать опять 500 метров. Бункеры. Никак что-то не могу вспомнить, даже хотя бы примерно, что это. А, по-моему, тут будет такая тема, то что... Надо будет с этой девчонкой идти. Она будет показывать дорогу, вот. Надо будет идти с ней и защищать ее от зомби, чтобы ее не сожрали. Вот, и как раз тогда мы придем... Вот, по-моему, вот эту. Причем там будет одно место, там будет скала. Вот, можно зомби с этой скалы скинуть, да, чтобы его не убивать. Но, если он упадет со скалы, не факт, что он сдохнет. А если он не сдохнет, то эта девчонка дальше не пойдет, пока этого зомби не убьешь. Соответственно, придется... Да, это то место. Соответственно, придется что сделать? Сейчас я другую часть начну. Соответственно, придется этого зомбика убить, чтобы она пошла дальше, эта девчонка. Поэтому лучше не скидывать, а сразу убивать. Но там их, они будут несколькими бежать, поэтому нужно помощнее оружие взять сразу.